Так, ребят, я всех приветствую, вы на канале FunPlay. Сегодня мы будем играть в игру Dream League Soccer. Это не оригинал этой игры, это взломанная версия. Я уже давно в нее играю и накупил кучу хороших игроков. И у меня уже в команде 32 игрока. Максимальное количество, больше 32 игроков в команду брать нельзя. Наверное, некоторые знают эту игру, а некоторые нет. Давайте я вас быстро проведу по этой игре. Вот, значит, тут у нас мой клуб. Здесь у нас стадион. Вот такой у меня. По максималке он у меня прогруженный. Максимальная вместимость у меня, нет, текущая вместимость 90304. Стадион называется Camp Nou. Вот сейчас я покажу вам горизонтальные полосы, они так такие. Вот так вот. У меня вот деньги, вот тут можно развивать игроков. Вот у меня Месси по соточке. Больше 100 уже нигде. Вот у меня 100 Месси. Тренировки и настройки команды. Там можно менять форму. Ну давайте приступим. Нет. Состав я вам покажу. Потом я вам покажу состав. Так, Барселона, мне называется клуб. Играем с Бастию. Сейчас состав покажу. Так вот, сейчас. Ибрагимович, ворота. Петр Чеха давайте поставим. Потому что Буфона я ставлю только в кубках. Но и Буфон в кубке дал забить гол. Поэтому я потом сделал замену и выпустил Петра Чеха. А вот Томаш сделал много сейвов и не пропустил ни одного гола. Так, наверное, сейчас Суарса надо выпустить. Суарс, где у нас? Блин, ненавижу искать здесь игроков от Суарса. Ну, остальные норм. Давайте. А нет, капитан, давайте Иньесту поставим. Месси. Все, давайте играем. Играем с Бастией. Давайте. Мы должны выиграть эту игру. Давайте пропустим и начнем. Вот такая вот у нас эта группа. Ох, малыш Ларс обзор. И гол, ребята, видели это. Все почти двоих обвел. Красавчик у нас Ларс. Снизу забил девятку. Так вот не ударит. Что посмотрели, давайте. Сравним. Два матча сегодня сыграем, ребят. Два матча. А остальные я уже вам в следующем видео покажу. Ох, посмотрите. Обратно по... Блин. И туда посануло. Я хотел обратно Месси посануть. Ну ладно. Все равно ведем. И да, хочу сказать, Иньеста уже забивает. Ну, голы я Иньеста считаю, остальных насчитаю. Иньеста забивает свой 8-й гол за этот клуб. Давай, свой. Давайте быстрее. Серхио Рамос. Он никогда не пропускает мячи, все берет. Черт, Неймар. Бери уже. Сережа. Блин, пропустил впервые. Кавани. Неймар. Ненавижу офсайды, ребят. Где-то за матч я получаю 3 или 4 офсайда. Месси. Блин. Хотел издевательски забить, но слишком
Слабо ударил по мячу. Ударил его сильнее и вошел. А, Месси же правой ногой. У него же правой ногой. Место может забить девятый, а нет, восьмой гол за Барселону. И... Да! Нет. Черт, ребят, вы видели, это моя перекладина чистая. Ну ладно. Я ошибся, Иньеста забивает седьмой гол за Барселону, и это мог быть... Восьмой. Опять офсайд. Ладно. Давайте берите мяч. О, я пытаюсь остановиться. Закончится. Через минуту. Свободный удар. Какой у них свободный удар? Главное, это желтый удар. Конечно, ничья на воротах. Я первый тайм закончился. Сейчас переходим ко второму. Суарес переходит. Так, Суарес, давай обыгрывай. Изыгрывай. Блин. Во-во-во, правильно. Сейчас, наверное, он не долетит. С этого расстояния. Вот, залетит. Хаус. Да, у меня хаус. Место. Главное, что вот место взял мяч. Месси. Опять офсайд. Какой тут был офсайд, блин. Щит. Щит. Месси. Опять офсайд. Чёрт, что я должен сейчас сделать, чтобы офсайд не было? Не знаю, как они не приходят, когда у меня нет интернета. Есть, но все равно нет на стрелке. О, Месси, хороший наход. Давай. Надеюсь, это получится. И гол. Иди в отлично и заливает. Не надо, Месси. Мне нравится, как здесь сделан Леонель Месси. Он сделал, ну, реально. Реально сделан у нас, ребят. Да. Сделан-то у нас Месси хорошо, но вот еще побеждаем 2-0. Я это что-то не люблю. Я хочу вот там полный разгром. 3-0. Я думаю, уже сейчас будет. Совсем скоро Суарес. Зачем я писал? И гол Суарес. Я думал, пас будет, а он сам забил. Дальний игол. Игол, ребят. Красиво забивает у нас Луис Суарес. Почти что он лучший бомбардир в Барселоне. Так вот. Давайте. Отбирай мяч, отбирай. Так. Хорошо. Пошел. Давай. Суарес. Удар. Ах, угловой. Суарес хорошо сделал, но угловой. Иньеста подает мяч. Суарес опять-таки. Блин, перекладина. Мог бы быть хэт-трик. У Луиса Суареса Кавани. От нас сборник, как это говорить-то. Ну, он тоже урубается Кавани. Суарес вместе с сборником. Халк у нас тут. Удар. Не смог сделать удар Суарес. По-моему, был офсайд. Да, был офсайд. Я не увидел там пас Суарес. Ох, как хорошо обвел. Обвел второго. Суарес. Хэт-трик, ребят. Суарес делает хэт-трик в этой встрече. Вот так. Через 5 минут заканчивается мяч. И опять Суарес с мячом. Пасу Лионель Месси. Удар. Гол. Лионель Месси делает дубль. И ставит точку этому матчу. Но не знаю.
это точкали, но, по-моему, мы уже больше не забьем. И они нам не забьют. Счет у нас 5-0. Или мы сможем еще забить? По-моему, сможем. Месси. Хочу Месси. Удар. Ах, какой был хороший удар у аргентинца. Сейчас Инесса делает угловой. Бейлс. Ох, выше пошел мяч. Ну ладно. Матч закончился. Серхио Рамос. Наверное, этим же составом выйдем мы в следующую игру. Лучший игрок матча у нас Суарес. Ладно. Давайте, ребят, этим же, вот я на первом месте. Этим же составом мы выйдем в следующую игру. А что у нас травма? У кого травма? Блин, Инесса травмирован. Ладно, Гризмана вместо него ставим и меняем Месси. Черт! Мне нравится схема 4-3-3. Капитан у нас будет Месси. Сейчас посмотрим. Дивизию 2. Ладно, пусть Петр чекает на воротах. Давайте. Финальная игра, ребят. Быстренько сыгранем ее. Есть фигово. Гризман. Пас на Бейла. Месси. Месси удар. Блин, удар мимо. Фак. Как хорошо же обыграл. Ибрагимович полной силой сейчас будет бить. Кто это у нас? Бускетс. И он хоть Халк, хорошо. Нижний пас на Неймара. Пас не проходит. Гризман. На Неймара опять-таки. Неймар делает пас. И Месси. Удар. И, блин, не туда, ребят, вы видели, сколько моментов было. Ну ладно, не туда пробил Неймар. Мог забить бы головой. О, Суарес, вот у нас. Тут нарушение было. Что за... Блин, опять не дома пацаны. Вот я не люблю аут вправить. Да. Нарушение правильно. Штрафной. Ну, не давите, конечно. Давайте, ребят, мы... будем доигрываем этот первый тайм и, наверное, будем заканчивать это видео. Давайте доигрывать ее. О, Суарес открой счет. Суарес не смог открыть счет. Блин, я хотел забить и ватиски, но не получилось. Ладно, ничего плохого. Забьем Суарес опять-таки с мячом. И опять сейчас попробую так забить. Опять ловит вратарь, черт. Ладно, давайте. Еще один момент буду. Будет. Буду забивать уже. Не буду рисковать. О, вот нарушение правил еще раз. Ну, опять далеко. Давайте вот так сюда попробуем ударить. Если будет бить. Удар. Головой. Хороший был удар. Гризман подает. Бейл подбанит. Куда ты бьешь? Погба у нас пробил выше. Халк. Месси. И открывай счет Аргентинец. Да опять я хотел принять тебя. Я же сказал, что больше не буду. Ну, хотелось как-то красиво забить. Кстати, мне уже точно гол забивает дальний Неймар. Мне не нравится, как здесь сделан Неймар. Он сделан как-то некрасиво. Ну ладно, ребят, давайте будем заканчивать это видео, потому что видео уже достаточно длится. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.